Начинаешь? Нет, не говоришь, не ладно. Я дизайнер, я работаю, живу в Якутске и регулярно привожу своих клиентов на мебельный шопинг. Для меня важно именно, чтобы назывался это мебельный шопинг, потому что мебельное название это расслабляет. Человек чувствует, что он приезжает не работать, а отдыхать, наслаждаясь прекрасным. Моя клиентка Лариса в этом году стала собственницей шикарной квартиры, самого лучшего дома у нас в Якутске. Это действительно самый лучший элитный дом в Якутске. И для того, чтобы чувствовать себя там действительно в комфорте, в красоте и достойно своего статуса, который она занимает в своем городе, мы решили ей приобрести эксклюзивную мебель и материалы для ее квартиры. Но здесь мы не только работаем, это самое главное. Лариса приехала, как я уже говорила, не только работать, но и отдыхать, получать удовольствие. Поэтому днем мы работаем полноценно, а вечером у нас настоящий курортный отдых. То есть мы посещаем какие-то мероприятия, заведения. Допустим, мы посещали сауну, да, шикарную китайскую сауну. Мы гуляли по городу, достопримечательности какие-то наблюдали. Ну, мы отдыхаем по полной. Готовясь к нашему мебельному туру, мы проехали по нашему городу, посмотрели все материалы, мебель, сантехнику, керамическую плитку, обои, ну, все материалы, которые нам пригодятся в строительстве. Мы посмотрели цены, качество, разнообразие этих материалов и пришли к неутешительному выводу, что в городе Якутске, к сожалению, достойную, статусную, эксклюзивную квартиру очень трудно создать без материалов извне. Поэтому мы приехали в Китай. Допустим, я готовила Ларису к материалам, которые подешевле ценовой диапазон был у них. Но Лариса, увидев разнообразие всех материалов, она не смогла остановиться. Для этого нужен был дизайнер. Она могла приехать и купить одну ванну на всю квартиру по цене квартиры. Ну, я так как-то потихонечку ее направляла в нужное русло. И я думаю, что Лариса осталась довольна поездкой, потому что мы закупили все материалы, включая и декоры, и еще кое-что для релакса, ну, лично для Ларисы, для себя, для работы приобрела какие-то вещи. Начали мебельный шопинг с большой мебели, с крупной мебели, стоя на которую нужно потратить, допустим, 2 или 3 дня. Главное же не просто выбрать, допустим, диван и ткнуть пальцем в понравившийся диван, допустим, а ну, выбрать цвет материала, обсудить фактуру материала, оговорить цену, сроки и даже поторговаться. Но для того, чтобы поторговаться, нужно знать китайский язык. Вот для этого компании Globus нам был предоставлен переводчик, который грамотно, правильно, зная все тенденции мебельной моды, все направления. И, естественно, наш переводчик, родной русский переводчик, который знает наш менталитет, знает наши, в основном, предпочтения, конечно, вот, который тоже вместе с нами и осуществлял покупки и будет, наверное, будет продолжать логистику наших покупок. В интернете много компаний, если набрать позицию «мебельный тур», то можно найти много компаний, которые представляют свои услуги. Но для меня лично, я визуал, для меня главное как бы визуально увидеть, доверить человеку. И то, что показывает компания «Globus» в интернете, и их ролики, какие-то очень тонкие ролики, отдельно ролики, раскладка по мебели, отдельно по конкретным материалам ролики. Мне как дизайнеру это удобно, для меня это очень хорошо подготавливает к этому мебельному туру. И очень удобно представлять клиента, потому что они могут с дизайнером приехать в ваш город, и могут без дизайнера, уже самостоятельно, уже набравшись опыта через интернет, допустим, через компанию, могут приехать. Потом еще удобно, что можно заранее связаться и бесплатно совершенно обсудить расписание тура. То есть очень удобно, что за нами приехала девочка наша, наш переводчик, она нас сопроводила в отель, и ежедневно мы не были тут одиноки совершенно. То есть она нас сопровождала постоянно, она с нами была
на всех фабриках, во всех салонах. Она приезжала с нами в наш отель, она нам показывала какие-то рестораны, где самая вкусная кухня. Она была с нами с утра и до вечера. Люди, которые уже были в Гуанчжоу и остались недовольны поездкой, скорее всего, просто выбрали неправильную компанию. Ведь главное подготовиться к путешествию, чтобы не испортить себе впечатление, не потерять деньги, не потерять время. В случае с компанией «Глобус» у нас получилось так. Мы заранее подготовились к мебельному туру, создали расписание своих поездок и приехали уже с первого дня совершать закупки, а не делать, допустим, ознакомительный какой-то тур первый, там потрогать и пощупать. Мы не теряли на это время. Количество материалов, которые мы здесь закупили, и те, которые даже не ожидали здесь увидеть. Допустим, сантехника, допустим, вот ванная комната, то есть полностью оборудованная ванная комната, включая стены, пол, вся сантехника, этот чудо-унитаз. Можно про него говорить? Можно. Чудо. Да, чудо-унитаз с функцией биде, которые еще у нас, к сожалению, немного в России представлены. Ванны, джакузи с массажем головы, там и встроенными телевизорами, USB и всевозможными прибамбасами. Вот. Мы выбрали даже ванную комнату, то есть не выбрали обыкновенную раковину, а мы выбрали, нам именно изготавливают раковину, по нашему эскизу изготавливают раковину для ванной комнаты. И, кстати, такой мебели у нас много в доме, то есть у нас мебель индивидуально в эту квартиру под эту квартиру подобрана. Рабочая зона, там, допустим, кабинетная зона, мягкая зона, каминная, спальня, гардеробные, очень важно. Потом к полу мы очень большое внимание уделили. У нас красивый глянцевый пол, теплый, уютный. Причем этот, как ни странно, это не керамогранит. Ну, единственное, что нам осталось в России, это найти хороших работников. Ну и, пожалуй, все. У меня очень много образцов, материалов в Якутске накопилось по результатам моих поездок сюда, в Китай. Но этого обычно недостаточно. Не все люди обладают 3D-мышлением, чтобы просто посмотреть образец, посмотреть, ну, допустим, 3D-картинку и думать, что так оно и должно выглядеть. Не все это, кому-то нужно обязательно тактильно потрогать этот материал, почувствовать его. Ведь я могу рассказывать чудесные вещи, там, хоть какие сказочные какие-то, нереальные, но человеку нужно. И поэтому лучше все-таки приезжать самому и не думать о том, что ты едешь на работу. Потому что с грамотной, поставленной, организованной поездкой вы получите только удовольствие от этого. На самом деле я скромный госслужащий, и цена-качество соответствует моим требованиям. Ой, ты испугалась, да? Да. А то все дорого, все красиво, все качественно и все... Ну, кстати, задача дизайнера, как и задача компании, которая организует мебельный тур, не последние деньги как бы забрать с клиента, а недорогими средствами дорогого эффекта. Может добиться, допустим, ремонта. Вот именно у нас так и добилась. Да. Многие думают, и у многих представление о Китае – это китайский вещевой рынок, Советский Союз, да? Но китайцы уже давно адаптировались к миру, то есть они выпускают материал, который рассчитан на весь мир. Сюда приезжает Африка, Азия, здесь закупается полностью Индия. Ну, естественно, Россия. К сожалению, мы в России до сих пор вот живем в том времени, когда думаем, что материал китайский – это подделка, это плохо, это нет качества. Но так как прогресс не стоит на месте, и китайские производители, они же заинтересованы в том, что люди к ним будут приезжать и покупать именно их материал. Поэтому все заводы уже, естественно, реконструированы. Здесь такие... огромные космические заводы, которые выпускают эксклюзивный именно товар для нас. Но, а мы этим не пользуемся, к сожалению, не мы не пользуемся, мы-то этим пользуемся. Да. А если вы хотите удивить своих гостей, соседей, друзей, если вы хотите жить качественно, комфортно, статусно, надо ехать в Китай. Все дороги ведут сюда. Я не первый раз в Гуанчжоу. Но эта моя поездка оставила очень приятное впечатление. И мне понравилось работать именно с компанией «Глобус».
Думаю, что по приезду в Якутск я буду рекомендовать вашу компанию и сама буду с вами плодотворно сотрудничать. Пока!